Еду к Джимми навстречу, Батьям, из Акшелона. Сели в маршрутку. Вот такой вид этих городов, спутник. Это сама маршрутка. Для чего эти дуги, черт его знает, непонятно. Это водила. Всего 10 человек можно взять, их больше взять нельзя. Вон там маршрут написан. Там деньги, касса, чек. 10 человек. Никто не имеет права стоять. Вот он Джима. Вот он Джима идет, идет животом уже. Пойду обниму его сейчас по-чептурински. Вот. Всем чептуринцам привет! Да. Я же сказал, Джиму найду я, да. Из-под земли. И Сандюкову обещал. Интерпол не нашел. Всех нашел. Да, Интерпол не нашел. А ты нашел. Да. Подержи эту сумку. И Сандюков сказал, чтобы я увидел свою сумку. И нем. Вот сумку. Да, его сумку. Мне дал. И тебе я подержать. Так он дал тебе. Да. Отобрал из меня. Дима, пару слов скажи. Чептуринцам. Привет, чептуринцы. Вот встретил я Давида в Израиле. Видите, да, вот он. Сейчас мы приехали с Джимой. Джима сейчас собирает еду из израильского производства. Завтрак. Вот взял рыбу. Нет, рыба там. Вот это. Все вот понемножку набрали. Язык мы взяли. Еду. Джима сказал, что он не кушает. Посмотрите, какой у него живот. Он не кушает, он надеется. Я отдыхаю так. Да. Поэтому... И спиртное не пьет, пиво, водку не пьет. Правильно? Нет, не пьет. Нельзя. Нельзя. Жарко. Как его просто говорят, религия не позволяет. Поняли все? Религия не позволяет. Да. Надо пример всем взять. Нельзя пить водку. Грех большой. А ты верующий? Да. Все. Пельмени. Вот пельмени какие. Фаршированы баклажаны. Курица. 5,90. Язык. Язык. Пошли? Давайте. Все, вышли мы. Затоварились. Да. Шурпу, мурпу, плов, лапшу, лагман, все взяли. Котлеты, манту. Вот такой азиат остался. Весь рот золотые зубы. Я упала недавно. В Таджикистане все зубы золотые имеют. Упало. Сейчас мы идем к ним домой. Посмотрите вот сюда. Такой же порядок. Отдельно пластмассовые бутылки. Отдельно стеклянные бутылки. Да, да, отдельно. Порядок. Вот Джимин мотоцикл, он на нем катается. Это не твой мотоцикл, нет? Не твой? Нет, не у меня там. А почему это не чей мотоцикл? Не знаю, вон давно. Когда Джима приехал сюда, эти пальмы, по-моему, он посадил. Нет? Вот эти, да. Ты сажал? Дед сажал. Дед. Вот там море у нас, вот море. Вот прямо там море находится. Я живу 200 метров от моря. Какой у нас город это называется? Батьям. Батьям. Дочь моря. Дочь моря в переводе. Да, вот. Но самое интересное, кто это будет видео смотреть, посмотрите внимательно, что я обратил. Столбы. Внимательно посмотрите, какие столбы. И какая на них расцветка. Дайте камеру на виду. Это Нигерия, нигерцы. Нигерия? Ну, да, это... Друзья, посмотрите, какие расцветки этих столбов. Кому что они напоминают. Потом увидите, как будут писать. Сразу люди догадаются, что за столбы это. А это их на ресторане. Чей ресторан?
Ну, вот эти вот марокканцы. А, марокканский ресторан это? Да. Погоди, забегал. Они здесь собираются вечером. Понятно. Чилим курят. Чилим. План курят, нет? Так, им кафель было тяжело посадить, ну покрасить легче было. Ага. Пойдем, а? Ты на границе живешь? На границе Бальфур, последняя остановка Батьяма, дальше идет... как называется? Яфа, Тель-Авив, Яфа. Там арабы живут? Арабский квартал, большой такой, огромный. Ты туда ходишь, нет? Крестьяне, да, там... Пускают? Нет, все одинаково, тоже просто у них свое... Так, это переулок Джимы. Да, вот где он живет. Так. Вот цветы растут. Вот цветы растут, герань. Да. Тутовника здесь нету. Так, птички поют горлицы, как в Таджикистане. Птички, кошки ходят. Кошки ходят? С рогатки уже не стреляете по кошкам. Да, подходим. Школа. Нет, похоже на птицефабрику, правильно, дом? Вот домик, виноградник. Не засох он. Это цветы были, не виноградник. Вот красивый дом, да. Все, идем? Ну, потом еще снимемся, да. Супруга Джимы накрывает стол. Ой. Таджикский виноград израильского происхождения. Дамский пальчик. Привез его Давид. Не, как я мог привезти? У нас такого нету вкусного, хорошего. Это все вкусные вещи производства Израиль. А вот здесь сейчас ты не принесла. Это супруга Джимы нашего. Очень рада. Все. Я еще не все принесла. Хорошо. А то они не подумают, да, что а тут бедный Сёмка. Нет, все нормально. Я пошла дальше. Привет всем чиптуризам, всем ребятам, братишкам, нашим всем вот от нас. Привет. И всем тем, кто живет не в чиптуры. Да, всех, кто раскинут по всей этой грешной земле, я всем привет передаю. Все. Ну что еще могу сказать? Ахмад Асророву, Рохми Асророву, Махми Бекову, всех, кто со мной раньше босиком бегал по всем этим улицам, всем привет. Хлеб один и пешек кушали с одного дома. Правильно. Наши родители были. И тем чиптуринцам, которые живут в России, в Москве, за границей, да. В Германии. Все они меня знают. В Татарии. Я никого не забыл, я в душе всех вспоминаю. В Братске всегда. Живут, везде живут люди. Да, по всей этой России, по всей Западу, Европе, где они не находились, я всем привет. Вот, эти одноклассники нас и объединили. Так. Вот идет видео, сейчас мы откроем страницы наших одноклассников, посмотрим. Ладно, перекусим сначала. Давай. Вот. Это у нас рыба. Это у нас рыба. С берегов Средиземного моря. Атлантики. Свою работу идем. Давай вот так вот прям. Давай. Ну, да, тебе... Накладывай. Отстань. Дай им над человеком поиздеваться. Давай. Пельмени по-израильски. Люда, ну что ты пихаешь человеку, Люда? Чего? Не пихай. Возьмет у него. Отстань. Не устаивай человек. Он сказал, положи. И мне тоже. Я с работы прихожу. Полную чашку, куда ты мне наливаешь, Люда? Ну что ты, я, может, то хочу, это хочу. Нет. Нет, вот это нет, и все. Вот натура бабка. Дима, во-первых, я с его согласия это все делаю. Не, ну согласие. Все, тихо. Возьмешь, все, тихо. Успокойся. Ой, я мешаю. Нет, это не мешайте, как раз вас снимаю я. Вас снимаю я. Потому что... И я сюда приехал, потому что у меня съели чиптуринцы. Покажи нам Джиму, его семью, его жену. А как ты живет с Махмой человек? Общался? Он же единственный у нас, кто уехал из таком здравом смысле в Израиль. Покажи пиво, покажи безалкогольное. Вот такое пиво пьет в Израиле безалкогольное. Я еще говорю, я не без пью. Градусов. Мы не пьем. Она говорит, я не могу ничего сделать, это в подарок вам. Ну давай. Дима, сейчас мы выпьем за встречу. Чиптуринцев на великой обетованной земле. Тебе небес. Бери водичку. Представитель Израиля, представитель Осетии, представитель Грузии. Так громко. За встречу. Ну, давайте, в общем, пузыри еды, это такой вот... За встречу, за друзей, за чиптуринцев. За всех братьев, сестер. За все хорошее. Чтобы мир был над вашей головой. Да. Радость.
и душа ваша цела. Они пьют понемножку водки, им много нельзя. Я налил полную, потому что больше не нальют. Жарко слишком. На улице 48 сегодня, да? Да, 48. Похолодало, вчера было 49. 49. Сейчас пойдет. Сейчас на улице жарко, вот. За нашу встречу. Будьте счастливы. Давай. Спасибо, спасибо. Хорошо. Закусывай. Скажи. Бери что-нибудь. Бери, закусывай. Бери, вот хорошее. 48 градусов. Сколько? 48. Ё-моё. Чистый он это, вот я. Такой нигде не пил. Ой. Я ехал сюда, сказали, пришли мне провожать многие, да? Сказали, пойдем посмотрим на человека, который едет в Израиль в этот период времени. Это сумасшедший как человек. Война идет. Он куда-то едет. А я ехал в самолете сидел. В самолете и израильтяне одни были только на рейсе. Один я ехал из иностранец. Откуда ты летел? А ты откуда? Из Тбилиси. Из Тбилиси, из Грузии. Летел я к вам. И все смотрят на меня. Это что за... Самурай идет в пекло. Корреспондент. Куда едет, говорит, там война идет, говорит. Приехал сюда. Вот. Ну, что поделаешь, интересно посмотреть. Если суждено нам, где умереть, там да, уже нечего бояться. Да. Я очень рад, что съездил сюда, посмотрел. Ну, ничего такого. Как люди живут, нету. Как чай пьют с тортами на берегу моря. Да, тут отдыхать любят. Жареную картошку любят. Картошку жареную. Да. Это сметана? Да. Хочешь нам чистую? Нет, попозже, я сыграл. Немножко хочу соли чуть попробовать, посолить немножко рыбу. Есть интересная вещь. Рыбу ели сладкое. В некоторые моменты готовят еду, сахаром посыпают. Да. То есть ешь жареную курицу, она сладкая. Рыба сладкая. Ну, есть такие моменты. Очень много оливкового масла используют. Вот называется, как эта паста? Это хумус. Хумус. Протертое, вареное, бобовый горох. Да. Его сварили, да. И превратили в кашу. Добавили специи. Добавили специи всякие. Паштет, да. Паштет. Из гороха паштет. Да, паштет. Это на любителя. Это моя супруга Людмила из Абигарма. Вот она хочет привет передать всем своим сотрудникам, которые она жила в Абигарме. Медицина и все там. Всему Абигарму привет. Всем привет. Ты говори. Я ничего не выбираю, все оставляю. Нет, слушай, если у тебя подруга. Дим, отстань. В школе где-то ты училась. Она не хочет. Я не могу. Дима, подор бор? Бор, вот. Где? Вот. Таджикистана? Нет, это с Ирана. А иранский? Да, Ирана прислала. Ух ты. И здесь продаются? Да, Иран, вот. Гостиница там. Нормальный? Да, продают. Дай немножко, я попробую тоже. А? Попробую. Ты взял? Да, я закрыл вот. Ну-ка. Дай чуть-чуть немножко. Да. Много не хочу. Ну, возьми, поборки бери, поборки. Меня видно, не хочу больше всего. Ну, ладно. Давай, хороший будешь, на месте будешь. Пера! Пера, давай. Видите? Жойки. Ну мы пойдем, наверное, да? Ну да, Давид. Все, очень спасибо. Я провожу вас, конечно. Вот. Я ничего? Нормально. Привет. С того сейчас берега. Сейчас пойдем, как раз. И нефть. Араба, к рам пойдем. Сейчас, да. Так, примут нас, нет? Примут. Ты номер телефона взял? Таксиста. Пойдем к арабам. Таксиста. Да, есть. Я почему обидеваю такую вещь? Потому что он-то похож на араба, а меня не поймут. А я когда это одеваю, подумают, что я араб. Понимаете? Ну что, Люда, идешь ты? Да. Люба, пошли. Людмила, на выход. С вещами на выход. Да. Все, пошли. Давайте. Давайте, пойдем. А, все, фураж меня.
Давай закройте. Да. Ну пойдем дальше. Ой, как жалко. Да, снимай. Люди хотят. Да, да. Чима с Большого Арыка. Большого Давид Арыка. С партсъезда. Не с того партсъезда. 22-й партсъезд. С Чепторецкого партсъезда. 22-й партсъезд. Правильно, 22-й партсъезд. А может 21-й, черт его знает. Я не помню. Сейчас будет взрыв маленький. Нету? Есть. Отбой. Кошка с... Что ты ждешь, кошка? Кошка. Вы откуда столько взялись, а? Прифронтовые кошки, да? И вон еще. Вот в чем дело. Они вот эту кошку ждут рыжим. Рыбу хотят. Побежали. Сейчас. Ага. Это кефаль. Это кефаль. Большая, да? Ага. Ну, маленькая. Все, небольшая. А вы что, кошкам отдаете? А вы хотите? Не, мне куда? А мне куда ее?